Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне ZTE Nubia N1 Lite сделать скриншот. На самом деле все очень просто. Зажимаем на пару секунд клавишу громкости вниз и кнопку питания. Вот и все, скриншот сделан. Найти его можем в нашей галерее. Вот он, наш скриншот. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!